Айронмен уже в разгаре. Я катаюсь по Плае, смотрю, что происходит. Сейчас еду на классный концерт группы Rufus. И только что увидел очень классный знак в пустыне. Остановился около этой надписи и познакомился с нереально крутым ювелиром, который только что специально стоял также и смотрел на этот знак и подарил мне такую штуку. Сейчас я покажу вам ее. Вот это. Этот кулон, это позолоченный кулон, сделан специально для этого Burning Man. Очень символично. И этот кулон будет стоять в музее в Нью-Йорке на выставке, на очень крупной. И вообще такое случайное знакомство, это может произойти только на Burning Man. Ты встречаешь нереально крутых людей, не ожидая этого. Просто будь открыт ко всему, и в твоей жизни все будет максимально круто. Так что вот так вот, с позитивным настроением, с очень крутым лозунгом, который я только что встретил, и с офигенным просто подарком я еду дальше к новому. Как я и говорил, одно из самых крутых мест на Burning Man, помимо арткаров с танцполом, для меня это Playa Alchemist. Ночью офигенно подсвечивается. Burning Man действительно очень много крутых арт-объектов. Вы можете кататься и постоянно что-то находить новое для себя. Вот, так что я максимально стараюсь вам показать это. Я люблю арт, люблю что-то новое, что-то интересное, необычное и, конечно же, идейное. Поэтому здесь это идеальное место. И что самое, конечно, крутое, что все эти экспонаты, они все стоят всего лишь неделю, и через неделю они просто или сжигаются, или уже все разрушается, их больше не будет. Так что это эксклюзивно, максимально. Все, что хочешь, можешь реализовать в рамках Burning Man. Просто сделай свой проект, отправь его на одобрение, и через год уже будет твоя скульптура или твой арткар на Burning Man. А сейчас наступило время показать вам горящего человека, который стоит и ждет своего времени. Уже в эту субботу его будут сжигать. Как я и сказал, когда он горит, начинается просто безумная пати, несравнимая ни с чем. Я вам покажу это 70 тысяч человек, которые будут около него тусоваться. Все редкары сюда приедут, и будет, короче, движуха безумная, максимально. Это, наверное, да, действительно первое и самое важное место на Burning Man. После этого идет темпл, потом уже все арт-объекты, ну и, конечно же, музыка. Музыка и танцполы, и арткары, все, что с этим связано. Но, как говорят организаторы фестиваля, это фестиваль не о музыке. Повторюсь, это фестиваль больше о лайфстайле. Это просто, на самом деле, город, который построили на неделю, специально для всех людей, которые ищут что-то новое для себя и которые хотят обнулиться, которые хотят познакомиться с крутыми людьми. Это постоянные знакомства, постоянное общение. В этом году он напоминает нижней своей частью Эйфелеву башню. Здесь живые всякие кружки, которые спрятаны. Тусовка здесь постоянная до того момента, пока он не сгорит. Потом, конечно, сюда никого же не пускают, поэтому каждый день люди сюда приходят, тусуются, что-то обсуждают или просто проводят время. А дальше музыка. Едешь-едешь по пустыне, встречаешь такие нереальные, просто сумасшедшие арткары, как из фильма «Безумный Макс». Вау! Wow.
вот еще есть одна фишка Burning Man. Если вы видите сзади мелкие-мелкие такие, как будто мухи, это не мухи на самом деле, это парашютисты, которые могут спуститься сюда совершенно бесплатно. То есть если ты делаешь прыжок с парашюта, ты можешь попасть на Burning Man совершенно бесплатно. И каждый день примерно 10, примерно 20 человек спускаются сюда совершенно бесплатно. Но это очень круто выглядит. Но есть один нюанс. У вас не будет ни вещей, ни еды, ничего. То есть на самом деле многие хитрят, и просто друзья заезжают на своих RV, больших этих микроавтобусах, а кто-то прыгает с парашютом и экономит тем самым деньги и бюджет, потому что фестиваль на самом деле не дешевый. Поездка примерно $5000 на человека, входной билет $500, проживание, надо купить всякие продукты, автомобиль, короче, много-много бытовой истории, которая много денег у тебя сжирает. Но это стоит того, это правда. Хотя бы один раз в жизни стоит сюда приехать, чтобы понять, что это такое. Что значит жить вообще по ощущению на другой планете. Еще один очень крутой танцпол, по моему мнению, это Boeing 747, который стоит просто в пустыне. Иногда он перемещается как арт-кар. 747 Boeing. Сейчас тут какая-то лекция проходит. Зайдем, посмотрим, что там и как. Это выглядит просто эпично. Ночью на него светят разные проекции. Короче, очень крутая тема. Вот я наверху, на самом верху в Боинге. Такой вид на палаточный городок. И такой вот вид на плаер. Только что спросил у ребят, это мастер-класс на тему треков Beatles. Разбирают треки, как они звучат, из чего состоят, как делали пианино, как делали эффекты. Ну, короче, нереально круто, просто вот можно попасть на такой мастер-класс на тему классической психоделической рок-музыки. По мне это очень круто, то есть ты ездишь, смотришь, находишь для себя что-то новое и узнаешь что-то новое, что немаловажно. И с этими эмоциями ты приезжаешь к себе домой, в родной город и создаешь новые крутые композиции. Офигенно, по-моему. Еще один очень крутой объект, который напоминает мне японское какое-то, просто японскую архитектуру. Очень круто выглядит. И здесь люди чилят, просто валяются, отдыхают. Днем на самом деле во много круче здесь смотреть арткары, потому что ночью просто их не найти в пустыне. Один, первый и второй. Он еще орет. Он орет на меня матом, походу. Парашютист приземлился прям с велосипедом. Ха! Приземлился и поехал. Офигеть. Гони бы его. Сейчас сначала покажу вам. В общем, как я понимаю, и я, и этот телевизор, вместе мы направляемся на презентацию нового альбома группы Tool. Едет большой арткар, сейчас что-то будет просто нереально крутое, видимо. Настолько круто.
крутой музон, настолько технически нереально крутой. Ты слушаешь, просто охуеваешь, потому что слов других нету. Это топ, просто максимальный топ. Разъебало меня, лучший концерт вообще. И лучшее то, что может быть на Burning Man, это презентация их альбома. Это просто, блядь, феерия вообще, реально. Я в шоке. Группа Tool произвела на меня очень большое впечатление. Я всегда их слушал, но услышать вживую и услышать за две недели их презентацию, их альбома, это, конечно, топ. Для непонимающих людей ощущение, что это просто как бы тяжелый металл и достаточно депрессивный. Я слушаю такую музыку, и у меня ощущение, что я слушаю классическую музыку и постоянно удивляюсь, постоянно слышу какие-то безумные вообще элементы, которые меня вдохновляют на создание уже своих композиций. Вот для чего нужны путешествия, для чего надо интересоваться и просто постоянно быть в движении, чтобы создавать какие-то нереальные вещи. Вот что-то горит. По ходу дела это не запланированная акция. Видимо, что-то произошло на жаре. Уже начинают гореть огни, уже темнеет. И Burning Man становится совершенно другим. Горит огромный костер, я не знаю, метров 6. И очень жарко стоять даже на таком расстоянии. Прямо греет тело. Вот он, красавчик, который уже в субботу будет полыхать и гореть. Горящем мужике. Очень хороший клуб. Мне понравилось. Класс!